Всем привет! Я рада вас приветствовать, мои друзья. Сегодня я буду готовить простой и очень вкусный десерт из яблок в слоеном тесте. Готовится он очень быстро и несложно. Десерт очень вкусный, хотелось съесть и есть дальше. Попробуйте приготовить его вместе со мной. Нам для него потребуется слоеное тесто. Я взяла готовое. 4 яблока, орехи, любые можно, грецкие, у меня миндаль. Джем яблочный или абрикосовый. Я взяла абрикосовый. Шоколадная паста, либо плитки шоколада. Ореховая паста. Но если у вас нет ореховой пасты, можно и без нее. И яйцо для смазывания. Берем яблоки. Удаляем из него сердцевинку. И разрезаем потом пополам. Возьмем коврик или доску, насыпем немного муки, разрежем наше тесто на ровные части, немного раскатаем. Наши квадратики должны быть больше яблока, чтобы можно было его защипнуть. Далее мы возьмем кружок, вырежем из теста кружок, померим его яблоком и начнем делать дальше наше изделие. Далее берем шоколадную пасту, 1 чайную ложку или плитку шоколада, 1 чайную ложку ореховой пасты. Намазываем все на яблоко и вставляем туда орех. На кружок теста выкладываем джем, у меня он абрикосовый, и кладем на него яблоко начинкой вниз. Далее берем другой кружок из теста, делаем на нем разрезы в произвольной форме, немного его растягиваем и надеваем его на яблоко, чтобы оставались края для защипывания. Начинаем защипывать. Защипывайте либо как для пельменей, либо как для вареников косичкой. Вот посмотрите, какие получились у нас красивые яблочки. Теперь возьмем яйцо, отделим желток от белка. Мы желтком будем смазывать наши яблочки силиконовой кисточкой.
Будем выпекать их при температуре 180 градусов 30 минут до образования румяной корочки. Вот какие получились у нас яблочки. Внутри они пропеклись, мягкие. Сверху они румяные. Можно их сверху посыпать сахарной пудрой с корицей. Какой запах! Просто прелесть! Даже кто не любит выпечку, обязательно придет на этот аромат и попробует их. Попробуйте приготовить их для своих близких или для своих гостей. С вами была я, Елена Шмелева. На канале «Готовим и едим дома». Не забывайте подписываться, ставить лайки на видео, пишите свои комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео и мой новый рецепт, который я вам предоставлю. Всем удачного дня, хорошего настроения. Пока-пока. До скорых встреч.